ни наших счастливых детей, и много чего бы не было на нашей земле доброго и светлого. Мы хотим сказать огромное спасибо Александру Александровичу Баранову за то, что у него в клинике мы смогли найти помощь, поддержку, и не только лечение детям, но и тепло для мам, и изменение качества жизни всех семей с редкими заболеваниями, которые приходили к нам за помощью. Александр Александрович, выйдите к нам, пожалуйста. Вам высочит нашей души за вашу огромную душу и помощь пациентам с этими болезнями. Очень много и внесла большой вклад в дело редких болезней, не сказать ничего. Это женщина, которая собрала в своем доме, в научном центре детей с редкими заболеваниями, сирот, по сути, собрала и дала им возможность жить. Национальные премии в области редких заболеваний «Синяя птица» за выдающийся вклад в области решения вопросов пациентов с редкими заболеваниями в России в 2011 году награждается Намазова Лейла Симуровна. Мы сказали спасибо Лейле Симуровне и Александру Александровичу. Они помогают очень многим детям с редкими болезнями. Мы, безусловно, скажем еще спасибо Ольге Георгиевне Борзовой. В тот день, когда мы ее поймаем 25 февраля, в редкий день. А сегодня мы еще хотели сказать огромное спасибо человеку, которого можно назвать спасителем, ангелом-хранителем или синей птицей для детей с онкологией и онкогематологией. Потому что мне кажется, что уже стали синонимами спасения от этих страшных заболеваний и Александр Григорьевич Румянцев. Вопрос мы пойдем на сцену. Мы очень благодарны и передаем им благодарность и поклон от всех мам детей, которых он спас. Спасибо большое всем, кто был в эти годы с нами. Спасибо тем, кого мы надеемся наградить в следующий день редких болезней. И синяя птица все-таки есть. Мы ее поймали, мы это знаем точно. Земной вам поклон.